Всем привет! Меня зовут Андрей, и вы на канале Industrial Tool. В сегодняшнем ролике у нас будет знакомство с инструментом Work Pro. Здесь у меня представлено инструмента немного, обзор будет такой скромненький, но зато будут шикарные подарки. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте нажать на колокольчик и погнали! Что такое Work Pro? Work Pro вообще это бренд, который занимается ручным инструментом. И принадлежит данный бренд компании Hangzhou Great Star Industrial Company Ltd. И этому, это так называемый конгломерат, к нему принадлежат еще несколько брендов. Такие как Arrow Fastener, Pony Jongersen, инструменты для каменной кладки Goldblatt, американский бренд бытовых и промышленных пылесосов ShopVac. SK Hand Tool – это американская компания ручного инструмента. И SwissTech – американская марка по производству различных мультитулов, фонариков и прочего. Конкретно сегодня мы будем рассматривать марку бренд Work Pro. Значит, вот такой магнитный лоток. Видите, я его уже использовал. Отличная вещь. Ну, предназначен для того, чтобы собирать здесь винтики, когда вы разбираете инструмент, чтобы они не потерялись, не высыпались, шарики, болтики, винтики и прочее. Удобная штука. В любой мастерской просто необходимая. Может примагнититься к любой поверхности, и также сами винтики здесь тоже примагничиваются и не выпадают. То есть можно даже его перевернуть, у вас отсюда ничего не выпадет. Очень рекомендую, прямо must have, как говорят. Дальше. Ножницы. Ножницы я уже вскрывал, тоже пользовался. Ножницы кухонные, можно так назвать. Многофункциональные. Чем они хороши? Здесь есть много различных функций, так называемых. Во-первых, они острые. Здесь есть открывашка для бутылок. Какой-то крючок, не знаю для чего. Он здесь заточенный. Можно открывать такие пробки. Либо, как нарисовано, это колоть орехи. Вот здесь. Также еще какие-то есть прорези. Сталь на упаковке указана хром-ванадий. Ножницы отличные, использую. У меня всегда они теперь на кухне находятся. Далее у нас знаменитый нож от компании Work Pro. Этот нож, наверное, видели все. У многих он есть. И теперь он появился и у меня. Давайте вскроем. Отличается этот нож от подобных остальных наличием вот здесь пятки прорезиненной, что удобно при совершении реза. Идем дальше. Киянка. Вот такая киянка. Ручка здесь пустотелая. Что у нас на ней написано? Киянка 450 грамм с пластиковой рукояткой. Идем дальше. Вот такие мини-струбцинки. Называется струбцина универсальная, две штуки. 100 миллиметров. Quick release, то есть быстрый
этот, как его назвать? Ну, короче, как обычные струбцины, только невероятно маленькие. Быстрое перемещение. Написано, сколько они килограмм давят. 50 лбс. Сколько это в килограммах, можете погуглить. А, ну на них и самих написано 50 лбс. Металлические сверху вот эти штуки. И имеются накладочки красненькие, пластиковые. Годная штука. Далее у нас переставные клещи на 250 мм и на 200 мм. Или 10,8 инчей для американцев. Давайте их достанем. Клещей мне как раз в мастерской не хватало. Здесь есть кнопочка для быстрого перемещения. Короче, вниз кнопочку нажимаешь, чтобы переместить. А вверх не... сами перемещаются. И точно такие же маленькие. Тоже годная вещь и нужная в мастерской. И, конечно же, тестер. Или мультиметр цифровой. В комплекте батареечка, сам он в пакетике, инструкция, экран заклеен наклеечкой. Мультитестер идет в чехольчике. И здесь, чтобы установить батарейку, батарейка не установлена, нужна крестовая отверточка. Батареечка новая, запечатанная. Какая-то китайская фирма Винпова. Установили, закручиваем. Кстати, обратил внимание, что винтик вкручивается не в пластик, а сюда впаяно корпус прямо металлическая гаечка. Датчик температуры есть, показывает 16 градусов. Фонарик есть на задней части. Прикольный, легенький. Ну и последний инструмент. Не инструмент, а, так сказать. Как это назвать, не знаю. Ящик, короче, для хранения различной мелочевки. Органайзер пластиковый, 38 выдвижных ящичков. Давайте его вскроем.
ящики можно доставать. Внутри в маленьких есть одна перегородочка, которую можно в разные места вставлять. Кстати, да, они не фиксируются, то есть если он нагнется, то они все повыпадают. Большие ящики. Просто вот такие пустые. В средних ящиках тоже имеются по одной перегородке, которую также можно переставлять. Три положения есть. Ну, для мелких запчастей пойдет. Также сюда можно какую-то наклеечку наклеить. Сзади это все дело выглядит вот так. И есть 4 петли для крепления на стену. Держится это все, ну, полозья, на которых ящики держатся, они сделаны вот там до середины ящика, до середины. Это, конечно, полезная штука. Ну, а теперь про конкурс. Конкурс будет проходить в моем телеграм-канале. Конкурс будет... Как всегда, нужно будет подписаться на мой телеграм-канал, поставить лайк, и будут офигенно замечательные призы. Во-первых, это вот такая кружка-термос от компании WorkPro. Вот с такой крышкой, которая жестко закрывается. Она сама по себе такая тяжелая. Это первый приз. Второй приз. Я даже их открывать не буду. Это... Вот такой спиннер. На спиннере имеются отверточки различные. Тут есть крестовая, плоская. И PH1, PH2, T15, T20. Торкс и плоская 5,6 мм. Следующий приз. Еще один спиннер. Этот спиннер уже фонарик и открывашка для бутылок. Вот такой брелочек Gold Blade рекламный, резиновый, сюда можно ключи вешать. Карандаш Gold Blade. Вот такая ручка. Ручка на самом деле, ходили ролики в интернете, точно такая ручка есть у Hilti. Только это уже, ну, скорее всего, WorkPro для них делает. Это сувенирка такая. Здесь есть и резиночка, линейка, уровень, запасной стержень в комплекте. Ну, прикольно. Вот такая WorkPro кепка. И футболка. Футболка вот такая, как на мне. Человечек такой с ключом WorkPro. Футболка качественная, офигенная. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока!